Друзья, всем привет! С вами Тетюшка. Очень скоро Хэллоуин, и мы будем делать головной убор или корону для образа на Хэллоуин. Для этого нам понадобятся ветки, из которых будем делать рога. Возможно, дополнительный декор, но это не обязательно. Силиконовый пистолет и стержни к нему. Зеленая краска. Я буду использовать зеленую, вы можете выбрать любой другой цвет. Я наломала много дров, звучит весело. На самом деле из этих веточек я выберу два наиболее подходящих рога. По ходу работы становится понятно, что веточек будет не две, а четыре. Так будет гораздо более эффектно. Вот здесь я их склеиваю силиконовым пистолетом, этого все равно не будет видно, поэтому и так сойдет. Чаще всего такого рода декор я креплю на обруч. Но в этот раз я поняла, что это не вариант, потому что декор будет находиться в основном не здесь, а сзади. И я его закреплю на проволоку. Есть вот такие бусы из бисера. Я их не очень часто использую, поэтому решила немножечко их прорядить. Достаточно хаотично приклеиваю бусины, чтобы получить эффект мха или гирлянды на елке. Уже оно прямо очень красиво. Шутка. Вот этими пушистыми веточками немного прикрою дрова. Вот так. Когда основная часть будущей короны готова, я беру краску и иду на улицу, потому что пахнет она так себе. Осенняя осень. И с другой стороны. У меня есть вот такие серьги. Я сделала небольшой апгрейд этих сережек, добавила к ним кисточку. Здесь не хватает одного камушка, но об этом никто не узнает, потому что на видео будет, в принципе, незаметно. Вот такая штука у нас получилась. А серьги мы добавим вот сюда, с двух сторон. Будет нечто похожее на китайский головной убор. Я решила сделать красивые зеленые румяна, почему бы не зеленые? Зеленый пигмент я буду использовать в качестве хайлайтера. Не, ну огонь. Всегда бы так ходила. Теперь выберем направление для макияжа глаз. Туда же, куда уходит скула. И приступаем к контурингу. Ой, красивая я буду. Зеленая помада для самых адекватных людей. Я прорисовываю нижнее веко и стрелки. Макияж показался мне слишком нормальным, и я продолжила. Согласитесь, здесь нюдик для губ будет не в тему. Здесь я использую всю ту же адекватную помаду от Jeffree Star. Из черной бумаги я вырезала дополнительный элемент для ресниц. Он будет повторять рисунок. Я закрепила декор, и образ мой готов. Как думаете, как можно стать звездой вечеринки на Хэллоуин?